Здравствуйте, друзья! Я Галина, и вы на канале «Волшебный джут» и прочее. Некоторые из моих зрителей хотели бы узнать, как я делаю объемные узоры на своих изделиях. Скажу так, я не изучала никаких технических процессов. У меня почти весь процесс идет на внутренних ощущениях. Я думаю, что как правильно делать, знает только один человек – это Вера Пушина. Она является автором техники «Джутовая филигрань». Но я решила снять этот ролик и показать, как я делаю объемные узоры. Итак, я проложила первую нить. Теперь наношу клей на место начала и конца, в данном случае на схему, а в остальном наношу клей только на нить. И нить приклеиваю только на конце к схеме, а потом, чуть поднимая, перехожу на предыдущую нить. Но укладываю ее не вертикально, как стена дома, а немного сдвигая внутрь. И каждый последующий виток нити ложится на предыдущий со сдвигом в нужное вам место. Собственно, в этом вся премудрость.
Вот таким образом я делаю объемные узоры на своих изделиях. Надеюсь, что тем, кто задавал эти вопросы, мои объяснения понятны. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем пока!